Я работаю в команде ответов. Немного про наш проект. Если кто-то не знает, это один из самых старых проектов в Mail.ru. Вот, на него приходят люди, задают вопросы и получают иногда осмысленные ответы. Самый первый коммит, найденный мной, был сделан в 2006 году. Может быть, есть что-то раньше, может быть, это мигрировали, я точно не знаю. По свежим данным у нас сделано было за все эти годы 125 миллионов задано вопросов. Люди на них дали 666 было, но оно поменялось, 667 миллионов ответов. Суточная аудитория составляет около 4 миллионов уникальных посетителей. Вот. Когда я присоединился к команде чуть больше, чем полгода назад, в качестве голоренд-разработчика я сразу пришел, весь проект был написан на перле. Это был монолит. Кэшировалось все это дело в моем кэше. Данные хранили в MySQL уже на тот момент. И было два тарантула, использовались они для очередей. Тарантул 1.5 и тарантул 1.7, соответственно, для старого и для нового кода. У всех проектов, когда они живут слишком долго, начинают накапливаться проблемы. Наш проект был не исключением. Самое яркое было это высокая стоимость развития. То есть новые фичи добавлялись все сложнее, они требовать начинали всевозможных костылей. Начинали возникать проблемы с нагрузкой на некоторых частях. Горизонтально он не масштабировался. Опять же, монолит — это одна из его проблем. И некоторые части переставали справляться с нагрузкой. Вот. Самая больная тема на момент, когда я пришел, это была как проблема. Начала появляться необходимость оптимизировать работу нашего сервиса обработки антиспама. Люди приходили, нагрузка росла, и текущая реализация переставала с ней справляться. Вот. Но он был написан, и его не удавалось горизонтально масштабировать, в принципе. Вот как-то так это выглядело. Когда приходил новый запрос в сервис, он, ну, в наше приложение, в ответы, новый вопрос, допустим, пишется в базу данных. Оттуда он вычитывался антиспам-демоном, самостоятельно он лез, вычитывал список вопросов, и их через асинхронную библиотеку Перла, если кто встречал, то знает, что это довольно-таки слабо читаемая штука, отправлял это в сервис обработки спама, который используется у нас в Mail.ru, оттуда получал ответ и сам уже скрывал запись в базе данных и помечал ее как проверено. Вот. Именно эта особенность не давала его горизонтально скалировать. Поэтому мы выработали новое решение, которое мы реализовали, собственно говоря, на Go. Вопрос продолжал также писаться в базу. Но после этого информация о нем отправлялась через тарантул очередь в новый антиспам демо. Возможно, кто-то знает, кто-то нет. В Go используются псевдопотоки, называемые гарутинами. Они очень легкие. И получается, на каждый запрос создавалась у нас отдельная гарутина. В ней отправлялся запрос все в тот же сервис обработки спама, и полученный ответ передавался обратно в основное приложение, и уже оно решало, что с ним дальше делать. Обратная связь была сделана по синхронному протоколу, по HTTP, и данные мы и в прямой, и в обратной передаче реализовывали в JSON. Ну, проще дебажить, проще тестировать. И отсюда у нас возникла первая же проблема. Это разница в том, как понимают данные Go и Perl. Go — это строго типизированный язык, это уже много раз говорилось. Там int — это int, это число, только оно. Строка — это строка. Они по-разному хранятся в памяти, Go недоумевает, когда ему говорят сложить их. Perl, с другой стороны, делает это прекрасно. И он любит очень сильно сам эти данные преобразовывать при определенных операциях. Из-за этого у нас начали возникать вот такие проблемы. Вылезли они при интеграции нового сервиса, вылезли они в логах, когда новый сервис сказал, мне должно было прийти число. Почему мне пришла строка? Вот. И вылезла еще одна с тем, что в Перле в принципе нету понятия как логическое значение. Для этого у нас использовались нули и единицы. Go тоже на это смотрит очень странно, он не понимает, что от него хотят сделать. Мы не хотели менять Go API, потому что оно у нас вполне устраивало. Вот, поэтому мы просто начали делать вот такие конструкции в коде.
Это маленький кусочек реального преобразования данных в перле, чтобы просто Go смог это прочитать. Ну, оно сработало, но у нас ушло некоторое время. Вот. Собственно говоря, по результатам переписывания сервиса антиспама, на это у нас ушло чуть меньше месяца, усилий одного разработчика. Время обработки снизилось до 300 миллисекунд, это с учетом обращения к базе, с учетом обращения в сервис антиспама, обработки. Мы получили масштабируемость, практически, наверное, неограниченную, хотя мы особо не замеряли большие кейсы. Вот. И потребление памяти среднее у нас составляет от 9 до 25 мегабайт. Старое потребление памяти, к сожалению, заверить не удалось, потому что это был монолит. Кто знает, какая часть, сколько ест памяти. Следующая проблема, которая очень сильно у нас стояла, это был Tarantle 1.5, я его упоминал в начале. Сам по себе это не является плохой базой данных, просто 1.5 и 1.7 у них абсолютно разные протоколы. И в 1.5 изначально нету очереди, поэтому она была у нас написана командой самостоятельно давно. И с ней начинали под нагрузкой уже возникать проблемы со стабильностью. Доходило до того, что были случаи, когда оно падало и терялись все данные в ней. Это, мягко говоря, неприятно. Вот, собственно, задача была избавить админов от необходимости поддерживать два набора серверов под разные тарантулы и все перевести на новый. Вот. Мы начали исследовать вопрос, что нужно переписать, и выяснилось, что самая большая часть кода, который использует старый тарантул, это сервис доставки уведомлений. Тот самый, который шлет вам полезную почту о том, что вам ответили, вам сообщили или вас кто-то полюбил, и колокольчик в браузере, который говорит, что те же самые вещи, что что-то произошло. Вот. Сам PCI сервис довольно простой. Он включал в себе оба типа уведомлений. То есть он сам и отправлял, сам и отвечал. Сервисом это не совсем правильно, конечно, называть. Это был часть монолита. Вот. Проблема была в его размере. Он включал в себе больше 40 типов уведомлений, которые имели разную логику, разную предобработку. Вот. В результате мы решили и сделали, собственно, мы разделили его на два сервиса, чтобы они не влияли друг на друга, потому что сервис нотификации, который отдавал ответ в браузер, он намного более нагруженный, чем почтовик. Почтовик по решению сервера рассылал данные, а к этому обращались постоянно пользователи. Любая вкладка открытая, она постоянно дергает сервис уведомлений. Взаимодействие также устроили через очередь, потому что это меньше нагрузка на основной код. У нас было очень большие сомнения по поводу вот этих 40 типов уведомлений с разными форматами. Как уже упоминалось, Go не может работать, если он не знает, в каком формате данные пришли. Ему нужно иметь фиксированную структуру, чтобы они имели. Нужно их описывать каждый. Вот. Но мы решили идти не по пути копипасты, потому что была и такая идея, типа, возможно, придется нам добавить 40 ифов. И мы такие, что-то не. Вот. В общем, все решилось на самом деле классическими интерфейсами и абстрактными фабриками. Проблема очень решилась. Более того, чтобы сейчас добавить какое-то уведомление, достаточно описать структуру и написать на нее шаблон. Все, уведомление готово. Оно работает, его можно сразу же использовать. Это очень быстро делается. Старую схему уведомлений я не буду показывать, она довольно-таки неочевидная была. Новая выглядит следующим образом. После поступления какого-то нового сообщения, это может быть что угодно на самом деле, это не только, это может быть пользователь забанен, и нужно его оповестить об этой радостной новости. Сообщение уходит в очередь, откуда вычитываются двумя демонами. Это сервис HTTP уведомлений, который складирует это все в тот же MySQL. Откуда потом вычитывает данные для ответа пользователю. И сервис e-mail уведомлений, который либо отправляет самостоятельно, либо некоторые типы уведомлений требуют агрегации предварительной, чтобы сказать, вас лайкнуло 5 пользователей за последние 15 минут, а не лайк. Вот, иначе бы нас сразу же в игнор-листы позапихали все. Вот. Мы это успешно сделали. Время катится в бой, мы протестировали все на наших альфа-серверах, все замечательно. Вот. И мы делали его с учетом переноса всех этих шаблонов чуть больше месяца. И такие доделали, ура, ну давайте все, выкатываем в пятницу. Вот. Что может пойти не так? Значит, просыпаемся мы такие утром субботы.
не то чтобы много памяти съело, просто тот факт, что оно в логах засыпано все на несколько часов ошибками, у нас истекли коннекты к MySQL. Предыдущий докладчик упоминал эту проблему. Мы такие, что произошло не так, давай лазить. Да, вот это вот примерно вот наше лицо было. Давайте лазить в проверенных источниках. И мы пришли к выводу, что проблема была именно возросшей нагрузки, потому что мы выкатились с 10% резко на 100, и попросту мы не установили лимит жизни подключения, потому что GoDB, он держит пул коннектов внутри себя и сам ими менеджит их. Вот. Мы это не установили, мы их установили, как бы залили, никаких ошибок, приложение работает, следили, все замечательно. Где-то через неделю, да, оно уже не падает, мы поправили ошибку, только теперь оно жрет 1,5 гига, там мы его перезапустили. Это оно не перестало работать. Нет, оно могло больше. Вот. И тут мы поняли, что стандартного подхода посмотрели в логах и втыком это все пофиксили, не поможет уже. Мы полезли в профилер. Его уже упоминали. Я расскажу еще немножко. Он идет с поставки с языком, его не нужно доставлять. Это стандартный пакет. Он очень просто встраивается, самая базовая реализация встраивается буквально одной строчкой кода, его можно использовать. Он практически не создает оверхеда, там ссылка очень хорошая, кому интересно. Там описывается гугловый профилер, который не использует у себя, коллектор профилей, который не использует у себя в облаке. И они там упоминают, что при автоматической сборке профилей раз в 10 секунд по памяти, по цепу оверхед составляет всего 5%. То есть его можно держать постоянно включенным в продакшене. И если что-то пошло не так, посмотреть, куда же ушла наша память, или кто из вас сожрал мой CPU. Вот. И у него есть удобный инструмент для разбора этих профилей. Вот, к примеру, графическое представление одного из таких профилей. Прямо дерево вызовов видно у нас. Размер квадратика показывает, сколько сожралось памяти. В данном случае, потому что это профиль памяти цепушный, выглядит аналогично. Вот. Это тот самый профиль с утекшими данными после перезапуска. А вот нас интересующий кусок, собственно говоря. Ниже мы имеем стандартное подключение к базе данных, там точно память не чтет, потому что это стандартная библиотека, если там память текла, это вообще плохо было. А вот выше находится наш метод notification store, куда мы кладем сообщения пришедшие. И нам Go сообщает, что он съел 97% всеиспользуемого всего приложения. Явно проблема где-то там. Мы детализируем дальше все через ту же утилиту профилирования и видим, что в файле storage notification store в строке 37 эта память выделяется. К сожалению, не успел к презентации найти тот самый кусок кода той версии, где была эта утечка. Но суть в том, что prepare statement не закрывался, просто был рефакторинг, и мы забыли его закрывать, и одна строчка. Вот, и из-за этого он сначала бесконечно копил коннекты, которые обломились потом на MySQL. Когда мы сделали, что коннекты живут ограниченное количество времени, они начали закрываться, но все остальные метаданные, которые хранятся вместе с ними, остались. Поэтому пожирание памяти прекратилось. В общем, профилер Go — это очень удобный инструмент. Проблему мы выяснили буквально, может быть, минут за 10 вместе с снятием профиля. Он дольше деплоился. Вот. Итак, результаты перехода нотификатора. Его текущий RPM средний в сутки около 46 тысяч запросов. Это приблизительно максимальный, по-моему, 56 тысяч, то есть это около 900 запросов в секунду у нас на него приходит. Он масштабируется горизонтально, опять же, за счет интеграции в очередь. А HTTP-часть, она масштабируется за счет балансировки с Nginx. Потребление памяти 9 мегабайт среднее. Да, есть пики, но мы просто еще сильно не оптимизировали этот вопрос. Это можно через переиспользование памяти решить. И мы сократили сильно время на добавление нового уведомления. То есть раньше это была довольно-таки продолжительная операция. Сейчас от зависимости от сложности шаблона, который нужно отправлять, оно может варьироваться от 2 до 15 минут. То есть потом мы добавили генератор кода, и вообще стало все замечательно. Вот. Итоги, какие у нас вообще использования Go в течение, вот, говорю, чуть больше, чем полгода, как я пришел. У нас переписано на данный момент около 6 сервисов. Это упомянутые мной 3. Это
Сервис генерации статики для поисковиков мы на нем написали. У нас нету ноды на серверах. Это сервисов API парочка есть. И сейчас находится в работе сервис обработки изображений. Очень-очень ранняя стадия. Ну, просто. Этим тоже занимается у нас Go. В какой-то момент у нас собралось приложение, уже оформился набор библиотек, набор подходов. Мы написали к этому генератор кода. Я потратил на это целые 3 часа вечером. Вот. После этого у нас на генерацию нового проекта, после которого можно уже начинать писать сразу же код. Ничего лишнего вообще, не нужно думать, какие пакеты подключить. Сразу начинаешь писать бизнес-логику. 30 секунд. Это просто ткнул и пошел кофе себе налил, и он сделался. Все замечательно. Вот. Новому разработчику, это уже упоминали, 2 недели достаточно. Коллега мой, который ни разу Go не видел в глаза, буквально через 2 недели начал писать код, который, в принципе, особо-то и в ревью не нуждался. То есть Go очень простой язык, и он не дает очень много свободы, но за счет этого не особо много где можно ошибиться. Вот. И опять же уже упоминалось, это то, что на выходе мы имеем бинарник, запихиваем в RPM, кладем на сервер. У админов есть отдельный шаблон для этого дела, типовой. И на сервер ничего не нужно доставлять. Единственная зависимость Go — это операционная система. Все. Вот. Спасибо. Если вопросы есть какие-то, я слушаю. Спасибо за доклад. Я хотел уточнить, почему вы решили написать свой код-генератор, почему не использовать какой-то существующий? Возможно, кодогенератор не совсем корректный термин. Это был генератор… Мы сейчас говорим последнее, то, что я говорил, да? Это генератор шаблона приложения, если быть более точным. Я использовал буфаловский мокер, если знаете. Это обертка над стандартными. В общем, он делает такие удобные вещи, как дает легче устанавливать зависимости. Там есть GoGet, собственно, есть GoFMT вызовы. То есть это генератор шаблона приложения, типа генератор фреймворка. Вот. Да, добрый день. Добрый. Можно открыть слайд там, где архитектура с антиспамом совсем? Первый, который был? Ну да, да. Ну, получается, уже новый, который на Go. Вот этот? Да, он самый. Вопрос такой. Здесь, я так понимаю, сохранение в MySQL и в Tarantula происходит асинхронно, более-менее? В MySQL происходит синхронно, потому что… Ну, я имею в виду в двух разных корутинах. То есть может сначала в MySQL лечь, потом в Tarantula или наоборот. Вот этот вот момент как сделан. Ну, есть гарантия, что сначала лежит в MySQL, а потом в Tarantula данные? Я понял, кажется, в чем проблема. В MySQL идет синхронно, но проблема была. Потому что MySQL — это простая схема. Естественно, у нас есть реплики. И была очень замечательная проблема, что он не успевал реплицироваться. Go отрабатывал быстрее запись из очереди, и такой лезет в базу, и… А где запись? Нету здесь ничего. В общем, мы просто решили отрабатывать этот кейс отдельно. Мы делаем парочку ретраев с небольшой задержкой, чтобы успело дойти. То есть да, эта проблема была на самом деле, что нету гарантии, что в MySQL она появится раньше, чем антиспам сможет это вычитать. И второй вопрос еще кратко. Если стрельнуть демонок, он уже в мускуль успел записать, а в Tarantula нет, то получается сообщение антиспамом никогда не будет проверено, или как-то это решалось? В мускуль он всегда пишет в самом начале. В Tarantula… Ну вот в Tarantula не успели записать, 9-кой стрельнули демонок. Если, допустим, его убьют, то это, скорее всего, да. Но на самом деле, как я уже описывал вот на этом слайде, там есть флаг в базе данных, который индикатор то, что была запись проверена. Мы все еще используем этот флаг, но скорее для перепроверки. Мы вот такие вот моменты отлавливаем. Но на самом деле у нас ни разу не было такого кейса. То есть для этого должен типа Tarantula упасть. Вот. А он у нас там с репликами, вот с этим всем делом. Их, в общем, там довольно-таки мощно это все сделано на стороне именно инфраструктуры. Так что у нас пока такого не было. А на выкатке graceful restart какой-то есть, да?
На выкатке Graceful Restart какой-то есть. Ну что, мы сначала запрос доработаем, потом умрет старая копия программы. Ну, кстати, я не уверен, как деплоится Perl в этом плане, поэтому боюсь по нему и не могу ответить, но Go у нас и этот Graceful Shutdown сделан в местах, где это может быть. То есть он сначала дорабатывает, потом завершается. Хорошо, спасибо. Вот человек хотел дать ему. Здравствуйте, спасибо за доклад. Ну, у меня, собственно говоря, вот по этой же архитектуре вопрос. Вообще, почему MySQL, как там вообще дела-то обстоят с High Availability, ну и, соответственно, с High Performance? Тут, на самом деле, большой вопрос. И почему вообще как бы тут Tarantle-то? Может быть, ну, я бы, честно говоря, делал, наверное, Postgres, Rabbit, да. Спасибо. На самом деле все очень просто. Почему был выбран MySQL, а не Postgres, я не могу, к сожалению, ответить, потому что это произошло до меня, так же, как и начал использоваться Tarantle. Но Tarantle, на самом деле, довольно-таки хорошая очередь. Я бы тоже использовал Rabbit, но в Tarantle в 1.7 есть такая замечательная вещь, как можно вернуть обратно в очередь сообщение, чтобы оно пришло обратно с задержкой. То есть можно сказать, верни мне его через 3 секунды. И это встроенная фича в тарантульной очереди, которой в Rabbit нам очень в свое время не хватало, когда типа произошла ошибка, как сделать ретрай через некоторое время. Вот. В тарантуле это очень. Ну, да, ну в общем, опять же, основная причина — это то, что стек был уже устаканенный. Изначально был Oracle, к сведению, это просто небольшой экскурс в историю. Но у него были какие-то проблемы, и поэтому все данные были потом мигрированы на MySQL. А по поводу, как он тянет нагрузку, ну, вроде бы с нашей нагрузкой, по крайней мере, он справляется. Здесь это весь стек. У нас есть мастеры, по-моему, два N слейвов на чтение. В мастер только запись, и слейвов только чтение. Вот, то есть читаем мы со слейвов. По-моему, их 2 или 3, не очень много, и вся наша нагрузка выдерживается. А мастер один, ничего не падает. Такого еще не было. Не знаю, это скорее к инфраструктуре. У нас парни такие замечательные, что у нас в принципе ничего никогда не падает, кроме нашего кода. Вот, серьезно, не знаю. Спасибо за доклад. Провокационный вопрос такой. Уже не первый доклад слушаю Mail.ru-шный. Каждая команда пилит свой сервис нотификации. Не была ли идея сделать что-то, ну, вроде централизованного такого сервиса и использовать их, а не каждая команда свой велосипед? Спасибо. Здесь сервис чего? Сервис пуш-нотификации. То есть я уже третий… Это не пуш-нотификации, я понял, да. На самом деле, я считаю, хорошая абсолютная идея. Вот. Но у нас так устроено, что у нас по большей части команды изолированы, это немножко развязывает руки. То есть мы можем перенимать опыт коллег, и я обязательно перейму, когда у нас появится пуш-нотификация. Это, сейчас долго мотать, то, что я описывал, это не пуш-нотификации, а классическая раз в 5 секунд маяк с запросом залезем вот на тот бэкэнд и вытащим оттуда циферку и покажем ее в колокольчике. Вот такие вот нотификации. Это не пуши пока. У нас нету приложения, не верьте маркету, у нас нету поддерживаемого приложения для нашего сервиса, поэтому единственная нотификация — это которые в браузере. Мы планируем делать пуши, и мы обязательно придем к коллегам за их опытом. Ага. Вот. А вообще, да, я согласен, что мы пытаемся обобщать опыт, но как? Все в работе, компания большая. Довольно тяжело знать, что где происходит. Хорошо, спасибо. Добрый день. Добрый. Спасибо за доклад. У меня, собственно, вопрос. Вы входные данные кладете в Tarantle, да? Да. А результат проверки — это HTTP какие-то запросы? Да, это синхронные HTTP запросы. Ну, просто дергаем точку входа. А как, например, гарантируется, если там, например, не знаю, там какой-то ответ не дойдет? Ну, то есть вот, очередь это гарантирует, а… Как раз-таки очередь за счет асинхронности… Изначальное приложение, да, оно не может знать, что оно дошло и отработалось. Оно ничего не знает о результате проверки. Поэтому мы использовали в качестве ответа callback, да, именно webhook подход.
Потому что тогда мы точно знаем, что вот здесь можем отследить, что приложение такое, да, вот мне пришел, спрашивали уже, что если оно потеряется в очереди, да, я говорил про флаг. Этот флаг устанавливается как раз здесь, и можно, и демон тоже знает, что да, мое сообщение было принято, обработано, и теперь оно все нормально. Если произойдет вот здесь ошибка, то есть, допустим, банально был ребут, сообщение всего лишь, у нас общая логика для всего этого дела, оно вернется обратно в очередь, это может быть не самый эффективный способ, но через некоторое время оно пройдет обратно и перепроверится. То есть за счет этого у нас мы точно, у нас всегда должен быть, я считаю, место, в котором мы точно знаем, что все закончилось. Мы не можем отследить всю цепочку, но, к примеру, на алертах мы увидим, что у нас есть запись, и она не проверена в течение там, минуты. И это плохо, потому что, как я уже писал, 300 миллисекунд время проверки записи среднее. То есть все на веб-хуках, да, построено? Обратная связь, да. Вот. А, и есть определенные ретрая, которые там пытаются там. Да, которые, если вдруг это недоступно, да. Просто отправка, она же бесплатная практически по времени выполнения. Но если бы мы это все делали на HTTP, у нас бы добавилось вот эти 300 миллисекунд, что довольно-таки много для HTTP-сервиса. Поэтому отправляем мы по очереди, а ответ принимает отдельно, уже обрабатывается. Спасибо. Да, это снова я, и у меня тоже еще один вопрос такой небольшой. А, насколько мне известно, Tarantul, он в последних версиях, это и база данных, и там чуть ли не транзакции прикрутили, и кэширующие решения, и обсервер. И в этой схеме, насколько я понимаю, теоретически можно было бы мускуль заменить на Tarantul. То есть такой как бы и база, и очереди. Не думали ли в эту сторону? Спасибо. На самом деле думали. Просто Tarantul сейчас именно в этой инфраструктуре используется в качестве именно очереди у нас. И проблема не столько использовать Tarantul в качестве хранилки, это очень легко делается. И да, Tarantul очень удобен, если это же такой умный NoSQL. Основная проблема была это то, что на уровне инфраструктуры сейчас у нас нет механизмов, чтобы использовать и в качестве хранение и для очереди, потому что нужно было бы по-нормальному развернуть еще один стек тарантулов. И когда мы подошли к этому админу, мы такие, а оно вам реально надо? Такие, чем вас MySQL-то не устраивает? И мы такие подумали, а реально, а чем он нас не устраивает? Он же справляется с задачей. Вот. А MySQL, который здесь нарисован, это база, в которой хранятся сейчас все данные пользователей. Я там упоминал 127 миллионов одних, 600 других, еще 600 третьих и куча всяких метаданных. Туда даже индекс добавить — это проблема страшная. Вообще лучше не трогать эту схему, поэтому миграция данных — это самый крайний случай. У нас команда сейчас из двух человек и еще два фронтендера. И мы должны держать старый стек, добавлять новые фичи и постепенно приводить в порядок. Поэтому мы лимитированы довольно-таки по ресурсам. Мы не можем кардинальные изменения там. Привет. Вопрос, собственно, по MySQL. Сомнений нет, что failover, ну, как fault tolerance. Кластер MySQL держит эту нагрузку, может справиться с тем, что вы мастер перевезете на слейв и дальше заработаете. То есть это все не вызывает сомнений. Вызывает вопрос, вот другая схемка есть, где новый антиспам-демон обращается к MySQL-базе. Он действительно туда обращается или это просто какая-то... Так, какой-то нюанс? Вот эта схема, это, да, стар, да. Это старая работа. А, это он старая. Не просто к ней обращался, все. Он прямо в ней работал. Новый на самом деле тоже в нее обращается, но он там ничего не меняет. Это read-only, и он работает со слейвом. А зачем вообще нужно read-only обращение антиспам-демона? Это особенности работы вот того сервиса, который в самом правом углу. Он требует огромное количество данных, включая данные об изображениях, бинарные. И, в общем, все это дело пропихнуть через Tarantul, несмотря на то, что можно, но в очередь пихать, допустим, 10 мегабайт данных — это так себе идея, я считаю. Вот, поэтому он этим сбором информации занимается самостоятельно дополнительно. Окей, тогда вот вопрос из этого вытекает следующий. Как сервисы из этой схемы деплоятся? Есть какой-то CI, CD, нету? И насколько вот про миграцию в MySQL вопрос уже там сам ты обозначал, что это сложно сделать у вас. Насколько страшно вообще это обновлять? Если один участок сильно зависит от того же MySQL. Одна сторона в него пишет, сама же из него читает, передает, ну или получает результат, вставляет в Tarantul, а потом антиспам также лезет в Tarantul. То есть это все вызывает проблемы с деплоем, как мне кажется, нет?
На самом деле нет. Эта часть только пишет в Tarantle, эта часть только читает в Tarantle. То же самое и здесь. Идет запись и идет чтение с реплики. То есть, по сути, вот этот демон, он только читает данные, он их не меняет, поэтому гонок у нас нету. Та же самая, про деплой я уже говорил, у нас есть graceful, ничего сложного. Мы просто завершаем это, ждем, пока завершается процесс. То есть мы руками обрабатываем просто сегменты и тому подобное. CI у нас ничего сверхъестественного, GitLab-овский, GitLab CI. Более того, у нас один шаблон на все Go-сервисы, и он входит в тот самый шаблон генерации, который я упоминал. После того, как он собрался, собирается это в RPM-ку, и у нас есть внутренний такой mail-рушный полусайтик, на котором ты такой, я хочу тебя задеплоить сюда. Ну, то есть я так понимаю, что вы, в принципе, дожидаетесь, вот эта вот бэкэндная реально основная часть, которая к антиспаму имеет отношение, она фактически может, ну, некоторый простой выдержать, когда вы деплоите, если, это, вы, если вы в этом нуждаетесь. Админы, админы на первом этапе сказали, демон не должен быть запущен один. Ну, понятно. Поэтому их 8, по-моему, или 6. По-моему, 6. Коллеги, у нас время, давайте в кулуарах. Спасибо. Это, да, обсудим.